Всем привет, с вами снова я, Лего Макс, и сегодня я бы хотел вам показать свою посылку с AliExpress, а именно Лего Зомби. Они пришли у меня вчера, и я решил вам сделать такой обзор. Ну, в общем, давайте начинать. Мы будем начинать с выживших. Давайте начинать. Первый выживший – это вот такой вот дядька. Наверное, вы, если знаете Brick Fantasy, то узнаете его. Ну, у него в комплект входит вот такой вот автомат с прицелом. Ну и вот так он сам выглядит. Также у него есть два выражения лица. Вот это испуганное, но также улыбчивое. Второй выживший, это у нас тоже дядька. Маскулистый тоже. И он без футболки. Как вы видите, у него принты татуировки и мускул. И даже у него позади есть принты. Из оружия у него бита. А также у него вот такая вот длинная косичка. Так, следующая и последняя выжившая. Это у нас тетенька. Она мне, кстати, очень сильно напоминает из-за Джуманаджи. Ну, кто смотрел, тот поймет, о чем я. У нее из оружия два автомата. Ну и она в колготках, которые порваны. Она имеет два выражения лица. Улыбающиеся и тоже испуганные. Можно увидеть шрамы на этом испуганном лице. Теперь переходим к зомби. Первый зомби это у нас, видимо, какой-то рабочий. Он одет в порванный официальный костюм. У него оранжевые волосы, ну а также, видимо, газета и молоток. Приты тоже есть сзади. Следующий зомби, это у нас, наверное, какой-то отец. Вот он. У него из предметов вот такой, видимо, планшет, а также гаечный ключ. Изо рта у него течет кровь, и также на нем видно очки. У него черные волосы, и он одет в домашнее что-то. Позади можно увидеть принт пули, которая в него попала. Дальше у нас зомби, это зомби-полицейский. Из предметов у него пес, талет, а также наручники. Лицо у него вот такое потрепанное, а также он одет в обычный полицейский костюм. Принты тоже есть сзади. Еще один зомби, это у нас, видимо, какой-то баскетболист. Но у него в наборе почему-то были инструменты, я не знаю, почему так решили сделать китайцы. Ну да ладно. Как вы видите, у него этот спортивный костюм, ну, а также у него блондинистые волосы. Лицо сразу видно, то, что он, видимо, орёт. Сзади тоже принт. Еще один зомби. Ну да, их много почему-то. В общем, еще один зомби. Это зомби-строитель. У него кепка, лицо вот такое вот страшное. Из предметов у него бензопила, а также телефон. Принты у него тоже сзади есть, как и у всех фигурок. Еще зомби – это медсестра. У нее из предметов палка и медицинская карточка, где показано, как бьется сердце. Сама она такая вот в медицинском костюме, и можно видеть, что ей в ногу попали пули. Принт тоже есть сзади. У нас осталось еще три зомби, и еще один зомби, это у нас, видимо, какой-то, не знаю, студент, и, судя по всему, он вышел прогуляться, ну и на него напали зомби и его стерзали. Как вы видите, у него тоже есть след от пули, из предметов у него кекс, ну а также, видимо, бензопила какая-то. Волосы коричневые, и принты тоже есть сзади. А сейчас у нас, наверное, два самых интересных и странных зомби. Ну, то есть, как странных. Первый зомби, даже можно назвать его зомби-мутантом. Вот. Как вы видите, у него руки длиннее, чем у обычной фигурки. И даже за место одной руки крюк. Только хочу сказать один минус. Крюк мне пришлось самому прицеплять. Принты тоже есть с татуировками и шрамами. Вот. Дальше. Самый последний зомби, это у нас уже настоящий мутант, самый большой из этих зомби. Это вот такой вот силач. И у него даже якорь откуда-то. Как видите, у него куча принтов, где у него сочатся кишки,
руки, но также у него очень страшное лицо. Ну, вот такой был обзор моей посылки из с Алиэкспресс. Для вас скомментировал Лего Макс. Всем пока!